Так, ну что, заехал на просток посмотреть, как там мой мотор поживает. Джон, короче, сказал, что надо переходить на что-то более серьезное. Хватит, говорит, на этих пакетах молока ездить, короче. Начинаем все по-серьезному. Так, ну если серьезно. Вот мой мотор. Вот он. Как вы видите, есть следы ржавчины. Это потому, что мы ездим на воде. Надо лить больше присадки, как сказал Джон. Стружки в моторе вообще не было. То есть 6 лет назад его Джон собрал. И вот второе вскрытие, это, грубо говоря, сейчас. То есть даже не грубо говоря, а вообще, в принципе, только разобрали его второй раз. Сейчас Джон его разберет полностью. Бошки вот он тоже снял. Будет проверять все. Все остальное тоже разберет, посмотрит, померит. Ну и будем думать, что делать. Вот. Пока что понятно, что пробило прокладки. То есть была вода. А в остальном, в принципе, ну, выглядит очень. Так, ну вот поближе, да? Видно коррозия. Видно целые поршня. Вообще очень крепкий мотор, очень хорошо собрали. За 6 лет в боевом режиме, я думаю, он должен был высыпаться. А с ним, ну, можно сказать, что все хорошо. Ну, относительно. Будем думать, короче, что делать. Вскрытие покажет. Вот, я надеюсь, конечно, что обойдется малой кровью.